Приехал я на это же наше озеро. Сегодня 3 мая. Уже весь снег сошел, лед тоже. Был я на несколько раз уже после того. Нашел в общей сложности монет где-то 40. Сегодня поехал на велосипеде. Достаточно тепло. Несколько пробочек нашел. Вот. Первая монетка попалась все-таки. Это у нас '83 года, троечка, поздний совет. Вот такая находка. Еще поищем дальше. Вот еще не прошло и полчаса. Какой-то сигнальчик, душечка, по-моему, это. Скорее всего, тоже позднее, это в худшем состоянии. Душка. Да какая-то. Поздний совет тоже. Ага. А вот тут вот еще с душечкой еще была. Ой, тут совсем все. Печально, какие-то они тут в ужасном состоянии. Ключик тут мне там помогает. Ну, наверное, блин, как горелые они, что ли. Это троечка, скорее всего. Ну, просто вообще какая-то ужасная. 3 копейки, наверное, поздний. Герб он виден, советский. Так, попробую выкопать. Где это сигнал? Нет, тут хороший сигнал был. Вот он. Копаем. Где-то тут. О, вижу уже. Это пробка. Фигня, блин. Так. Еще некоторое время спустя. И вот она. Какая-то еще монетка. Ого! Это несчастные бедные 10 копеек, ходячки. Они тут что-то заржавели. Как не знаю что. Перешел на другую сторону озера, где первоначально копал еще, когда снег был. Ну, походил немножко. И вот что-то нашел. Копеечка. Ну, копеечка тоже похоже. Помощник прибежал мыть монетку. Тоже поздние советы. Какая-то вся плохая. Приехал я домой. Хочу показать, сколько получилось пробок накопать. Я их тут даже считал, но в пределах где-то штук, наверное, под 40 разных пивных и водочных. Кучка алюминиевой проволоки, кучка медной проволоки, трубочки тут алюминиевые, одна гильза пистолетная, что ли. Еще другой шмурдяк. Вот так вот. Ну, еще несколько монет сейчас покажу. Ну, вот монетки, какие я собрал. 20 рублей 92 года. Почистил их немного. Я понимаю, конечно, они никакой ценности себя не представляют. Ну, так хоть прилично выглядит. 3 копейки 83 года.
ужасном состоянии все, к сожалению. 3 копейки 74 года. Две копейки 80 года. Олимпийский год. И копеечка 83-го, кажется, года. Ну, десятник ходячий. А, две пуговки еще. Это очень похоже на того, как школьные форму носили в Советском Союзе. От, ну, не от рукавов 10 копеек стоила пуговка. И еще какая-то плоская, совсем простая. Ну, вот такой коп получился. Откопал такой интересный механизм. Вот. Часть бронзовая. Вот это вот цельная. На этой оси вращается туда-сюда. Здесь есть ТА. Там 210. Такой. Ни разу не находил. Не знаю даже, чего это может быть такое. Какая-то интересная штука.